конференции МГД решается такая задача. Есть расплавленный металл и примесь. Нужно перемешать самым лучшим и минимальным способом, потому что трудно. Может быть, ты знаешь такие задачи. Они спрашивают, могут ли ученые помочь. Ну, известно, конечно, известно, что наилучшее перемешивание – это преобразование пекаря. Вот, поэтому, вот. То есть это простая задача, и к этой теории прямого отношения не имеет? Нет, ну, прямого отношения не имеет, да. Наилучшим образом перемешивается. Все домохозяйки знают.